Здравствуйте, товарищи, начинаем. Последнее в этом полугодии 2017-2018 учебного года занятие кружка любителей гегелевской диалектики. Это полугодие подарило нам занятие по очень интересным проблемам и с очень интересными категориями, гораздо более интересными, хоть и менее понятными, но более интересными, чем вот ранее мы занимались, учение о сущности, потому что мы находились в глубокой задумчивости, когда рассматривали движение от ничто к ничто. И мы знаем, что и Владимир Ильич тоже находился в глубокой задумчивости, когда дошел до этого места, и это мы видим в конспекте «Науки и логики», в философских тетрадах, в тетрадях. И он там даже написал, что, ну, вот то, что ничто переходит в бытие, это понятно, но чтобы ничто переходило в ничто, это, пожалуй, не может быть. Но слово, пожалуй, как человек осторожный и аккуратный, оставил, так сказать, ну, потому что, говорит, надо штудировать науку логики, сразу не понять, и он это оставил. Ну, вот мы этот завет ленинский выполняем, стараемся штудировать. И, в общем, пришли мы, конечно, к выводу, что это, конечно, движение от ничто к ничто. Почему? Потому что что такое сущность? Сущность – это… А вот мы сейчас и спросим. Сущность – что такое? Снятое бытие. Снятое бытие. А что такое снятие? Вас спросим. Отрицание содержания. Ну, если, значит, отрицание содержания. Короче, как сейчас молодежь говорит. Отрицание. Отрицание. Так отрицание бытия – это что? Движение. Ну, вот, здрасте. Отрицание бытия – это что? Ничто. Вот. Учитель ничто, Евгений Николаевич. Ничто, движение. Так а что вы скрываете? Так, а я у меня почти синоним, что, понимаете, ну, что ничто, ничто, что движение, понимаете? А что у вас все ошибки против советской власти? А где у нас советская власть? Была бы советская власть бы. Была бы советская власть, я бы сейчас поработал бы. Вас бы за такие ошибки уже не работали бы. Да, пожалуйста. Шутка. Короче говоря, читайте товарища Бортникова, замечательная статья в российской газете «К столетию органов ВЧК» о борьбе наших органов безопасности со всеми врагами государства, в том числе советского, в том числе и, так сказать, в защиту товарища Сталина и всем другим вопросам. И точные цифры приведены, которые нашими противниками раздуваются черт до каких размеров. Итак, ничто. Значит, если снятое бытие – это ничто, значит, все категории сферы сущности в начале, по крайней мере, как только произошло это снятие, это имеет вид чего? Ничто. И поэтому движение от одной категории к другой – это движение от ничто к ничто. И ничего другого просто не может быть здесь, нет еще этого бытия. Но нам повезло, в этом полугодии мы подошли к тому, но раз все-таки это снятие бытия, то в снятом виде бытие же есть. Оно не налицо, но оно есть в снятом виде. А раз оно есть, оно когда-то должно всплыть, проявить себя. И когда оно проявляет себя? И в чем? Так. Товарищ, этого товарища не спрашиваем, он сегодня не готовился. Валерий Александрович, вы не хотите сказать? Нет. Вы его управлением занимаетесь. Бытие, вещи, действительности. Что такое снятое бытие? В чем проявляется? А в чем проявляется? А в том, что появилось. Проявилось снова бытие? Ну, а как? А как оно появилось? Сначала мы рассматривали. Рассматривали сущность, основание, дошли до рассмотрения явление. Основания. Не торопитесь, а явление это уже позже. Дошли основанное, основание и основанное, и общая основа. И вот основание основанного, так? А потом оказалось, что есть еще предпосылка у этого. У основания. Предпосылка есть такое непосредственное, которое является предпосылкой, но которое как бы не находится в отношении основания основанного, а просто предпосылка того, чтобы имело место основание. И вот когда для какой-нибудь такой сути дела, или как у Гегеля написано в этом издании, какой-нибудь мысливые вещи, созданы все условия, она вступает в существование. Если вы создали для чего-либо все условия, вот, кстати, вопрос о проекте, вот создайте условия для чего-либо, условия и основания, и появится. Вот вроде мы не это, не само это дело делаем, дом мы не строим, а мы просто поставили фундамент, мы вырыли котлован, это предпосылка, потому что фундамент нельзя ставить, это не основание.
А это именно предпосылка. Вы вырыли котлован, вы забили, так сказать, сваи для того, чтобы у вас не колебалась почва и была устойчивой. Потом вы поставили фундамент, это можете рассматривать как некое основание. Потом стали строить стены, потом вы поставили, значит, там все внутренние перегородки, этажи и лестничные клетки. Потом вы поставили крышу, потом вы все это отделали, потом убрали мусор и сказали. А все время вы не дом строили, а что-то делали вот такое вот, что само по себе не дом, а получился дом. И вот когда для какой-нибудь сути дела созданы все условия, она вступает в существование. И что, как это называется? И вот мы получили, я вот об этом несколько раз говорил на каждом занятии последнее время, что существование – это восстановленное через сущность бытие. Давайте это все запомним. Восстановленное. Вот восстановленное молоко – это плохо, а восстановленное через сущность бытие – это хорошо. Это, нет, ну это тоже неплохо, восстановленное молоко, если другого нет. Но это не натуральное. И это тоже не натуральное. Натуральное было бытие в самом начале. А это восстановленное через сущность бытие. И оно именно потому, что оно восстановленное через сущность, оно более глубокое бытие. У него есть что? Теперь если назад поглядим, у него есть основы и предпосылки, то есть тут что изучать. Не так дело обстоит, что есть просто бытие и больше ничего. Начинаешь его разглядывать, получаешь ничто. А здесь, если вы будете разглядывать вот это восстановленное через сущность бытие, то мы много чего сможем тут разглядеть. И в том числе, вот скажем, мы в прошлый раз проводили занятие, посвященное явлению. Да. Так? Да. А что такое явление? Вот сейчас мы спросим товарища, старейшего члена нашего кружка, Константина Константиновича Шабусова. А он, как старейший член кружка, он не просто старейший, так он соответствует тому, что Сталин говорит. Вы, говорит, можете быть каким угодно старым, но не будете большевиком. А старый большевик, он вечно молодой и вечно в бою. Пожалуйста, что такое явление? Явление – это то, что вещь есть в себе. Явление – это то, что вещь есть в себе. Это во-вторых. Как же она или, есть то, что или, она есть ее, или, ее, или ее истина. Да? А у нас есть документ? Можно с вами спорить или с вами спорить нельзя? Ну вот у меня тоже так написано, вот оно. У вас написано, а я, да. Вот, а я с вами по-другому поступлю. Я беру науку логики. Явление еще есть, явление. Да, да, еще я есть открываю, явление. Я там прямо открываю явление. Могу я так сделать? Да. Если я спрашиваю, что такое явление, почему я не открыть или не посмотреть? Вот видите, вот тут честно, иду назад. Это у меня еще есть уже запись. Да, вот, явление. Явление. Тут закон явления. Явление еще простое тождество с собой. Явление. Вот смотрите, что написано. Явление, страница 451 вот этого издания, самого последнего. Явление есть, поэтому это второй абзац второй главы явления. Явление есть поэтому ближайшим образом сущность в ее существовании. Сущность наличествует в нем непосредственно. А вы говорите только в себе. В себе – это то, что в себе, это где-то там в глубине. А это как раз непосредственно явление наличествует. Но в себе больше похож закон, Константин Константинович. Закон и явление. Вы же потом разбирались. Так вот, закон – это то, что в себе, а явление – это в себе и для себя уже. Оно, вот оно является. Это явление закона. Не бывает явления просто, явление чего-то. Допустим, явление Христа народу. Но чего-то должно являться, а не так просто. Оно в себе. Если оно в себе, так оно и не явление, оно в себе. А оно должно развернуться, оно должно выйти наружу. Вот это и есть явление. Поэтому, а то, что в себе, это называется законом. Законом явления. А как вы иначе закон? Закон – это тождественное себе. Вот оно волнуется, это явление, беспокойство проявляет. А равенство явления с собой – это что? Или спокойное явление? Или спокойное явление – это что? Закон. Закон. Вот закон, закон скорее да. Похож на… Но, вот так... но Гегель бы вас защитил, сказал, ну раз, но ведь закон-то – это закон явления. То есть, как это явление, это раз это закон явления, то он неотделим от явления. Раз неотделим от явления, это такое в себе, которое развернулось уже для себя бытие. И тогда вы бы вывернулись.
потому что диалектика позволяет вывернуться, потому что она наряду с одним положением предлагает напрямую и обязывает рассматривать и прямо противоположное. То есть, а прямо противоположное имеет смысл, как только не скажешь, имеет. Вот если вот вам вот скажут, что вы такой-сякой дурак, как надо отвечать? Ну, сам дурак. Вот это люди, которые не изучали диалектику. Вот скажите мне, что я дурак. Так, слабо? Дурак. Михаил Васильевич дурак? Да, конечно. Ну вот. У меня извилин нету. Или есть одна, и то она не извилистая. Ну и кто у нас? Никто не поверит вам все равно этого. Нет, так вот на вас нападут, что вы такой сякой оскорбляете, а я человек. Вполне, во-первых, я не дрогнул, вот, не удивился, я от вас другого не ожидал. Да, с вами разве можно спорить? Я проверял на двух внучках. В самый острый момент, так сказать, спора с дедушкой, она заявляет, ты плохой дедушка. И что это? Я говорю, ну я все-таки изучал жизнь, это везде же применяю. Я говорю, я очень плохой, становлюсь. Не очень. Это я и второй раз проверял, и другая точно такая же реакция. Да, мы слышали это, конечно. Это естественно. Но нам не перевести сразу то все. А вы сразу, вот вы так сам плохой. Ну, человек-то в дурацком положении оказывается. Он скажет, думает, сейчас ему будут отвечать, и будет драк. А тут он говорит, это означает увернуться, так сказать, от удара. И ваш удар пришелся по вам в итоге, а не по мне. Ну, вы, так сказать, вы по просьбе моей специально нанесли, так сказать. Это у нас тренировочная все была борьба. Вот, так что явление, видите, как вот. Вот здесь говорится, существование есть та непосредственность бытия, которую сущность снова сделала себя. Сущность снова сделала себя непосредственностью. А до этого сущность была как ничто. А теперь... Она сделала еще себя и как существование. А сущность как ничто осталась. А куда она денется? Ну, куда она может деться? Она и осталась снятым бытием. Тем не менее уже, когда речь идет о явлении, то это уже непосредственно. Так. Существование как существенное существование. Да, существенное существование. Что значит существенное существование? Кажется, это что-то странное. Помните, у нас был разговор о существенном, несущественном, непонятном было. И вообще говорил Гегель, что это возвращение в сферу наличного бытия, это разделение. А тут существенное существование означает, это существование в сфере, это бытие в сфере сущности. Поэтому оно существенное. Не такое существование, которое оторвано от сущности, не такое, которое до сущности или после сущности, а которое надо брать вместе с сущностью. А явление же у вас берется именно как вместе с законом, правда? И потом вот развертывание этого существия, существования, и становится эта пара – явление и закон. Если я сказал «явление», значит, подразумевается закон? Подразумевается. Не бывает явления без закона. То есть, если человек говорит «явление», он говорит, я наблюдаю мир явлений, я думаю только о явлениях, меня больше ничего не интересует, значит, вас и явление не интересует, потому что явление без закона – ничто. Но явление еще единство видимости и существования, тоже да, явление. Да. А у нас раньше, помните, было единство, видимость просто как видимость. И эта вот видимость, просто как видимость, видимость самой сущности была в самом начале, да. А существования еще не было. Поэтому эта видимость, она сводилась к чему? К отрицанию. Вместе с существованием. Каким существованием? Никакого существования не было тогда, когда мы говорили о видимости. Сейчас другое. Сейчас видимость с существованием. Сейчас оно видимость закона. Так вот, да. Видимость закона. Существование сейчас – видимость закона. А закон – не существование. Закон-то ведь и явление, они же в известном смысле противоположности. Ну какие противоположности? Такие противоположности, которые друг без друга не существуют. У вас
Шокирует, что законы единства, законы существования, законы явления находятся в единстве. Не шокирует. Ну, слышали про закон единства и борьбы противоположности? Они противоположны. Но какие противоположности? Которые находятся в единстве. Неразделимы. А? Которые неразделимы. Неразделимы. Составляют единое целое. Ну, можно и так сказать. Да. Можно и так сказать. А что целым является? Вещь, видимо. Чего? Ну, нет. Субстанции там, да. Нет. Сущность, мы в сущности находимся. Вот сущность. Это, где мы находимся-то? Не теряйте. Ну, понятно. Это все категории, сферы сущности, это все сущность. И все, что в сущности, это вот неотделимо. То есть целое... А потом, потом, вот на этом останавливается Гегель, в этом разделе, который мы смотрим, раздел о законе явления, что вот он берет закон и начинает его рассматривать. Его нельзя рассмотреть без явления. Если нет явления, то нет и закона. Это значит, как бы существование закона зарыто в явлении. То есть без... В нем оно содержится. То есть без явления нет закона. Берем явление. Какое же оно явление, если нет закона? Оно без закона фантазия. Не явление, блин. А просто существование. Мы уже его прошли. А здесь нет. Мы берем существование с основаниями, условиями и с законом. Поэтому они на самом деле, каждый из них есть некая пара. А раз каждый из них некая пара, то у нас уже не два, а две пары. Вот эти две пары, каждый из них, как сказал бы Евгений Николаевич, нам известный, что это каждый два целых. А раз два целых, у нас получается два соотношения, нет, соотношение двух вот этих, двух предметов. С одной стороны, явление, явление, которое явление закона, с другой стороны, закона, который закон явления. И раз это соотношение двух, и каждый из них является целым. А раз каждый из них является целым, то вот это что такое? Мы получаем уже отношение, существенное отношение. Вот к чему мы и перешли. Вот если мы возьмем являющийся, возьмем существенное отношение. Истинное явление служит существенное отношение. Что значит истинное явление служит существенное отношение? Когда мы говорим об истине, каждая следующая категория более сложная является истиной предыдущей. Поэтому истинное явление служит существенное отношение. Вот. Вот это соотношение. И вот это он существенное отношение начинает рассматривать. Я для того, чтобы нам легче было понимать, хочу обратить ваше внимание на устройство вообще этой книги. Вот в самом начале любого раздела начинаются некоторые подведения итогов того, что прошли, и некоторый план действий, который нам излагают. То есть, если вот мы берем явление, то начинается оно, естественно, не с явления, а с существования. Есть та непосредственность бытия, которую сущность снова сделала себя. То есть назад идет, берет. Эта непосредственность есть в себе, рефлексия сущности в себя, отражение. Сущности в себя, то есть она себя отрицает. Почему отрицает? Рефлексия – это отрицание. Если отрицать отрицание, то что получается? Где? Непосредственность. Вот непосредственность получается не такая непосредственность, которая непосредственно является, а такая, которая является результатом отрицания отрицания. И сущность сама себя отрицает, и вот это отрицание сущности в ней и есть некая непосредственность. Но раз она получена путем отрицания, значит, она связана с тем, что отрицается. То есть она связана с сущностью. Вот вам единство сущности и существования. Но примеры, когда начинаешь проводить, довольно грубо получается. Но вот, скажем, Евгений Николаевич, вы не против, если я пример, ну, у вас пример возьму? Пожалуйста. Пожалуйста, да? Вот у вас есть желудок? А как же? Вы в единстве со своим желудком? Обязательно. А желудок единство с вами? То есть как-то кажется странным, сущности и существование. Как нет? Нет, желудок... Все, уже вырезали вам желудок? Нет. Ух ты, как тяжело вам. Вот это вот интересно. Как-то вы в одну сторону соглашаетесь, а в другую нет. Обидно за желудок ваш. За вас не обидно, вы единство с желудком. Вам хорошо, а желудок вот просто несчастный. Да.
Вы его как-то там его нет, отсекли, его, и все. Его можно половину отсечь, и все равно. Ну, мы половинами не занимаемся. Я останусь живой. Такие грубые такие вещи мы не берем. Мы все живое берем здесь. Живое, ничего не портим. Хирургия-то. Ничего не портим. Хирургия это она отсекает действительно. Да. А мы не хирурги, мы философы. Ну. А философия должна, описывать не, все. Она не ко всему. Она не описывает. Философия не описывает, а изучает. Ну, описывают вот, писатели. Но философия приложима и в том числе к хирургическим операциям. Да, и к бытию человеческого. Приложима. И вот если бы у вас была уже операция резекция желудка, вы бы сказали, что я не виден с желудком. У вас не было такой операции, не как было. Я понял. Нет. Я понял из вашего ответа, что вы мне объясняете. Я понял. У вас все в порядке. Или вот рефлексия. Я вот тоже думал, какой пример вот этих категорий. Вот живой человек. Так. Так? Непосредственно. Что? Вот вам кожа, она же непосредственно дана. Выступает как непосредственно, но это она непосредственно, наверное, сущность человека, не кожа. По отношению, да. Не кожа. Нет. Нет. Сущность человека вообще общественные отношения. Этого человека нельзя рассматривать просто как биологическое существо. Да. Его надо рассматривать как социальное существо. Сущность человека, говорил Маркс, в общественных отношениях между людьми. Да. То есть он как биологическое существо смертен, а как общественное существо бессмертен в своих делах. Что сделаете, то и останется, Евгений дух, Николаевич. Дух бессмертный, да. Что? Не дух. Если только дух весь вышел, спустили вы дух, и все. Дух, правильно. И дух весь вышел. Дух вон. Это называется дух вон. А вы рассуждаете не как материалист, а как грубый идеалист. Ну. Вот вы сделали что-то хорошее, Евгений Николаевич, а вы много уже сделали. Вот оно и останется навсегда. И вы себя обессмертили. Чем больше сделаете, тем больше в мире себя обессмертили. И так каждый. Это ко всем относится, если это сущность у нас общественная. Потому что общество бесконечно и вечно. Люди приходят и уходят, а человеческое общество остается и развивается. Когда-то мы уже будем сидеть в кружке на Марксе. Нам не на Марксе, а на Марсе. Может быть, кружок? Ну, сначала на Луне. Да, уже готовят все туда. Так что вот так обстоит дело. Ну, а если бы похожее что-то на рефлексию возьмем в человеческом организме, вот кровь. Она же бесконечно двигается. И пока вы все о духе, а я вам о крови. Пока ваша кровь двигается, вы живой. Да. А кровь же, она как рек, она, во-первых, в двух противоположных направлениях. Я живой как биологическое существо. Да, в том числе и как биологическое. Вы только как биологическое? Я никогда нет, не думал. А, нет. Ну, ладно. Поскольку движение крови, оно в снятом виде содержится и в моей да, биологической да, да, жизни. Ну, у вас движение крови, два движения крови. У вас венозная кровь есть. И какая кровь? Ну, артериальная. Артериальная. Они в противоположных направлениях движутся. Выполняют противоположные функции. Да, выполняют основные и тем не менее, а кровь у вас одна или две крови? Две. Две? Вот это новость. А еще когда переливает отдельно венозную, отдельно. Номинально. Что значит номинально? Я вас спрашиваю как диалектик, а вы мне отвечаете как грубый метафизик. Правильно, да. Как правильно? Неправильно. Даже Гегель, даже это у нас не кружок метафизики. Говорит, что у нас кружок диалектики. Без здоровой метафизики нет логики. Да. А мы без больной хотим обойтись метафизикой. Это без здоровья нету, а без больной можно обойтись. Это кто-то по машине стучит. Значит, надо понимать, что вот тот случай, когда сердце, если остановится, движение остановится, вот это да, движение, а человек вроде как представляется как некое неподвижное, хотя мы тоже понимаем, сидим, ходим, дышим и так далее. Но если движение крови остановится, да, поскольку она, вот она, это в себе бытие человека, живого, то на этом жизнь человеческая заканчивается одного субъекта. Да. Поэтому вот, а какое у него движение, а не форма, она же не человек кровь, или кровь это человек? Ну, это часть человека, часть человеческого организма, если быть точным. Да. Я вас спросил, а вы мне начинаете отвечать как-то уклончиво. Она, не... Кровь это человек или нет? Нет. Ну что, если я увидел лужу крови, это человек? Нет, конечно. Ну что, а что тогда вот так? Вы часть человеческого организма. А я не спрашивал про часть. Я спрашивал, она человек а или вы нет? А какой, да, вы сразу все. Или все, или ничего. Да. Вот правильно говорите, что вы дурак. Вот.
Очень просто хотите прожить на белом свете. Да. 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 Дурак, у нас же дура. Дурака в русских сказках. А слово читали? Просто, да. Читали? Я даже. А Иван, да. Иван Дурак вам нравится? Ну, считайте, что я только Михаил Дурак. Хорошо? А у немцев это Ганс Вурт. Ганс. Понял. Все ясно. Так вы с компрадорами вы подружились? Смотри, кто, кого считать компрадором? Ну, вас и считать надо. Маркс, наверное. Маркс компрадор? Маркс нет. Ну, как не компрадор? Маркс русский язык даже он выучил. Он русский язык выучил, чтобы читать по-русски. Произведения русских революционеров. И чтобы написать потом. Так, это вы нас хотите отвлечь. Сбить с пантовыку. Но это не получится. А насчет целого и части вы считали вот в этом разделе, который вам был задан? Пытался. И что там написано про целые части? Что это их связь довольно сложная. И это так вот написано у Гегеля? Да. Ну, я так понял. Я так понял. Нет, а что написано? Как вы поняли, это я понял. А что, как там написано-то? Я же буржуйка по происхождению. Я же родился в городе Ленинграде. Да. По определению мещанин. Или мелкий буржуазный. А рабочие, которые рождаются здесь, в семье рабочих, они тоже мещане, тоже. Нет, мелкий буржуа, а становится рабочим, если он идет в производство. Вот если он участвует в производстве. Нет, так если он непосредственно. В семье рабочих, папа рабочий, мама буржуа. А сам наркоман или пьяница. Чего? Не обязательно. Я вот сейчас конкретно по конкретному вопросу. Рабочий родился в Ленинграде. Нет, вы хотите меня загнать в угол. Нет, а я, извините. Как-то говорите, родился в городе, значит уже все. Ну, номинально. Почему? Номинально. То есть. Ярлык можно приклеить к вам, что вы родились в городе. Значит, по-русски мещанин, а по-французски буржуа. Буржуа это житель города. Вот цивилизованный человек. Целые части пишут. Гегель. Это самое неистинное соотношение. Потому что если вы берете целое, то оно, ясное дело, состоит из частей. Да. Если вы берете части, так они есть части целого. То есть нет никакой тут мысли, тут удвоение одной и той же мысли. Есть целые его части. И некоторые на этом застревают и останавливаются. Поэтому никакого внутреннего движения, вот соотношения существования и сущности, непосредственного и глубинного, тут ничего нету. Все есть целое, все есть целое, и все есть части. Вот. Понимаете, какая штука? Вот Гегеля просто так вот, вот тяжело воспринимать. Да. Если не идти дальше, Гегель, вот почему. А вы дальше пошли? Ну, расскажите, что вы там дальше. Дело в том, что вот целые части составляют из себя как взаимно вложенные процессы. Нет, никаких они взаимно вложенных не составляют. Если целое, то целое предполагает части, а части предполагают целого. И на этом все замыкается. И этим все кончается. И поэтому существует целая теория систем, которая, вот, так сказать, из этого кусочка делает целую теорию и говорит, все, есть системы, а есть элементы и структура, есть внутренняя среда, есть внешняя среда, и все, и вся теория на этом. И это все даже очень хорошо подходит к кристаллическим решеткам, а ни к чему живому вообще не подходит, потому что целые части, вот раньше в каждом гастрономии, где мясо продают, разруб, туши делали, да? Тонкий край, толстый край, филей – это вот части. Из этих частей складывается, так сказать, туша освежеванной коровы. А Энгельс прямо говорит – части лишь у трупа. Вам не нравится Гегель? Почитайте Энгельса. Части лишь у трупа. Если вы хотите что-нибудь живое изобразить как неживое, то можете это делать с помощью категории целого и частей, потому что все есть целое. Вы не назовете ничего, чтобы не было целым. Правда, и ручка целая, бумага целая, человек есть целый, стол – это целый. Но у каждого целого, раз сказано «целое», то в понятии целого заложено вы не путаете, понятие целое части. Один. Вы не целое путаете понятие один. Части. И наоборот, если я говорю «часть», то не бывает части просто самой по себе. Если она часть сама по себе, то она не часть, а целая.
А часть всегда предполагает целое. И поэтому на самом деле вы либо с одной стороны смотрите на то целое, которое вы не углубляясь рассматриваете, либо с другой стороны. Но и в том, и в другом случае вы никуда не идете и на этом застреваете. И вот Гегель вас предупреждает в специальном разделе «Отношение целого и часть и частей», которые, Евгений Николаевич, надо изучать, а не отговариваться от изучения тем, что вот вы там что-то там думаете. Вот вы изучили философию спекулятивную. То есть он пользуется... Спекулятивный. Он строит науку, познание. Вы спекулятивные понимаете, как спекулянты. А Гегель спекулятивные понимает так, как понимает философ. А философ понимает спекулятивное такое, что вы не остаетесь с тем знанием, с каким пришли, а наращиваете все знания. В этом смысле есть сходство со спекулянтами. Они покупили по одной цене, а продают уже по другой. Вот в этом смысле оно спекулятивное. У вас знание нарастает. А у вас знание не нарастает, потому что вы вместо изучения пытаетесь на кружке по изучению говорить, что это не надо изучать. А вы изучаете. Нет. А я просто вижу, что вы это не прочитали и не усвоили. Раздел «Целые части». Первая сторона целая есть та самостоятельность, которая составляла в себе для себя сущий мир. Другая сторона части есть непосредственное существование, которое было являющимся миром. В отношении целого и частей обе стороны и суть такого рода самостоятельности, но таким образом, что каждая имеет другую, светящуюся в ней. И вместе с тем имеет бытие только как это тождество обеих, тождество обеих. Что обе стороны положены как моменты, распределено поэтому таким образом, что, во-первых, целое, рефлексированная самостоятельность выступает как существующая, а в ней другая непосредственная самостоятельность выступает как момент. Здесь целое составляет единство обеих сторон, основу, а непосредственное существование имеет бытие как положенность. Наоборот, на другой стороне, то есть на стороне частей, самостоятельной основой служит непосредственное внутри себя многообразное существование, так как рефлексированное единство целое есть лишь внешнее соотношение. И это отношение содержит, стало быть, в себе как самостоятельная сторона, так и их снятость, содержит и то, и другое безоговорочно, в едином соотношении. Целое есть самостоятельная часть, и суть лишь моменты этого единства. Но в той же мере они суть тоже нечто самостоятельное, а их рефлексированное единство – лишь момент. И каждая из обеих сторон есть в своей самостоятельности безоговорочно относительно свое другое. Это отношение есть поэтому в себе самом непосредственное противоречие и снимает себя. Да. Вот и все. Да, снимает. Как, вот и все. Как? И вот идем дальше. Вот идем дальше. Идем дальше. Значит, вот это отношение мы брали, это элементарное отношение, отношение целого и частей, а есть отношение силы внутреннего, силы ее проявления вовне. А почему тут о силе идет речь? Потому что каждая из сторон, а именно рефлексия и существование, и существование. Сторон противоположных. Рефлексия и существование, непосредственность и рефлексия. Вот каждая из этих сторон содержит в себе и другую сторону. Поэтому, если мы будем, раз каждая содержит в себе, то у нас получается, что вот это наше отношение, это отношение можно рассматривать как отношение двух действующих, двух сил. Взаимодействующих. И появляется сила. Не появляется сила, а распадается сила. Она сначала появляется, а потом может распадаться. Ну вот сначала. Силы да, самая хитрая да, тут да, категория. Потому что сила – это она не хитрая. Внутренняя невидимая причина. Вот. Это вам внутренняя невидимая, вместо того, чтобы почитать, что сила есть отрицательное единство, в которое разрешилось противоречие целого и частей. Есть истина того первого отношения. Целые части есть то чуждое мысли отношения, которое в нем усвоили. Чуждое мысли отношения. Отношения. Чуждое мысли отношения. Ну, правильно. На которое представление набредает прежде всего. А мысли есть отражение. Нет, это вы просто прежде всего набредаете на это, Евгений Николаевич. На самых... Я 17 лет набредал. То есть, ну, тогда вы не набредаете, а застряли на этом. Силы показываю. Прежде всего, заказчик. Или взято объективно, это отношение да, есть. Мертвый механический агрегат. Это для вас специально говорится, я знал, что будете выступать. Спасибо. Который, хотя и обладает определениями формы, благодаря чему многообразие его самостоятельной материи соотносится в некотором единстве, но обладает ими таким образом, что это единство остается внешним для многообразия.
Отношение же силы есть более высокое возвращение в себя. Внутреннее. В которое единство целого составляется отношение самостоятельного инобытия. А-а-а. Перестает быть чем-то внешним для этого многообразия и безразличным к нему. Поэтому берется непосредственная и рефлексированная самостоятельность. Вот сила переходит в свое проявление вовне. Вот. И внешнее есть нечто исчезающее, возвращающееся в силу, как свое основание. Да. Вот здесь эти отношения. Просто целые части основания и основанные снова. Но уже основание основано, берутся не какие-то односторонние категории, а такие, которые являются самостоятельными. А самостоятельным является то, что вобрало в себя и противоположную сторону. Тогда оно самостоятельно. Оно может как бы без нее прожить. Обязательно. Закон всемирного тяготения, например. Там сила гравитационная. Есть процесс взаимодействия двух масс. Значит, двух масс. А сила, например, во втором законе Ньютона, масса, сила равняется массе умножить на ускорение. И вот, что здесь причина, то есть после, основание. И вот после рассмотрения соотношения следствие сил является ускорение. Появляется, поскольку силы разные, одна сила выступает как результат, а другая сила как такая сила, которая содержит некий толчок. Хотя на самом деле, если мы их берем в единстве, то вот эта первая сила без второй немыслима, и наоборот, вторая без первой немыслима. И сила трения, и сила вот тогда мы приходим, тяготения. Тогда мы приходим разные силы. К таким категориям, как внешность и внутренняя. Внешность тождественна с ее внутренностью. И вот здесь Гегель в букву «С». Отношение внешнего и внутреннего. Отношение целого и частей. Только не тождественно. Не перебивайте. Вы все время бормочете. Если бы что-то ответили основательное, а так вы просто постоянно разговариваете. И уже мешаете, Евгений Николаевич. Отношение целого и частей есть непосредственное отношение. Рефлексированная и сущая непосредственность имеет поэтому внутри него каждая свою собственную самостоятельность. Но так как они находятся в существенном отношении, то их самостоятельность есть лишь их отрицательное единство. И это теперь положено в проявлении силы вовне. Рефлексированное единство есть по существу установление другим, как перевод себя самого во внешность. Внутреннее определено как форма рефлексированной непосредственности или сущности, противоположность внешнему как форме бытия. То есть вот мы опять повернулись к тому, о чем говорили в начале сегодняшнего занятия. Есть сущность, а есть это непосредственное. Вот это непосредственное выступает уже как внешность, вот после этих категорий, которые мы перебрали, и силы ее проявления, и целые части. Есть внутреннее, есть внешнее. Внутреннее – это что? Это сама сущность, а внешность – это ее проявление. Вот отношение внутреннего и внешнего очень, очень важно. И вот если вот взять человека именно как такой пример, не механический, даже не просто физический, а как пример, ну, для которого и нужны диалектические категории, потому что без них не обойдешься, то вот то, что является внешним для человека, неразрывно связано с внутренним. Например, все болезни внутренние проявляются так и вовне, на выражении лица и в том, какая кожа и так далее. И наоборот. Значит, вроде как кожа – это не самое важное, вроде как, но нельзя это рассматривать как некий чехол. Да? Мы знаем с вами, что если 60% кожи поражено, например, ожог, то человек умирает. 24%. Ожог 24% раньше было. Ну, не знаю, насколько раньше. Я в ожоговой клинике лежал с ожогом. Мне специалисты, врачи сказали 60. Это сейчас. Но да. Я чувствую, врач более квалифицированный. У меня прежде погиб. Понятно. Да, погибнуть можно и без 1% по разным причинам. Заразить можно и так далее. Там уже открытые уже раны. Вот, поэтому здесь мы очень к важному внутреннему и внешнему пришли, и к пониманию единства этого внутреннего и внешнего. Если оно внешнее, то это оно внешнее по отношению к сущности, а раз оно в единстве с этой сущностью, то нельзя это внешнее рассматривать в отрыве от сущности. Почему говорят иногда, что вот душа человека в глазах проявляется? То сказать, посмотришь на него, и видно, как видно его душу, или через вот внешний взор можно это увидеть, да? Или добрый человек, или злой, отражается на лице.
Вот вы все время. Вот вы злым таким не были никогда, поэтому вы все равно добрый, когда вы тут ругаетесь, все равно добрый. Ну, потому что. Почему? Что в основном вы человек добрый. Ну, я тоже в основном добрый, но иногда вы злой. Нельзя, ничто человеческое, нам всем ничего. Добрый, добрый. Добрый, добрый. По вторникам. То есть мы пришли к очень интересным категориям. Я очень всем рекомендую, советую вот это все еще раз почитать с учетом наших вот этих всех рассуждений, потому что это те категории, которые нужны для понимания вот уже живого, в том числе и общества. Вот получается так, что вот есть, скажем, если взять общественно-экономическую формацию, какой у нее вид? Ну, у нас есть, во-первых, то внутреннее, что представляет собой производство, да, и воспроизводство материальных благ. Содержание. И отношения. Так вам не нравится категория внутренняя и внешняя? Вот я когда беру какие-то категории, то и пример привожу на эти категории, а вы сразу меня раз и в сторону, к содержанию. Ну, содержание – это другой разговор. Это не содержание. Вот внутренним, так сказать, внутренние отношения – это те отношения, которые составляют основу. Основу. Что является основой общества? Не содержание, а основу общества составляет что? Материальное производство. Материальное производство. А общество в единстве с этой основой? Ну вот, а что является основанным? Как называется основанное? Ну, базис-то. Да нет, ну здрасте. Базис – это основа и есть. Базис – это производственное, это как раз производство материальное. Ну, а основанное как называется? Отношения общественные. Как? Общественные отношения. А что, производство – это не общественные отношения? Это антиобщественные, что ли? Нет. Ну, есть жизнь общества, есть организация, а жизнь состоит из деятельности. Ну это вы хотите сюда. А деятельность вот, понимаете, у нас вот это у вас так много мыслей и голова большая. Ой, ужас. О, да вы берете, так сказать. Ну, я беру две категории по своей скудости мышления, а вы сразу раз туда, третью, четвертую и пятую. Ой, так. И у меня сразу голова болит. Давайте мы разберем. Я вас спросил об одном. Я вас спросил всего лишь, как называется основанное на том, что представляет экономическую основу общества. Кто-то тут скажет, как это называется? Ну, товарищ Абусов. Вы тоже товарищ Абусов тоже не номинальный. Специально уже не говорите, знаете, но что как? Вот есть экономическая основа общества. Так. А как называется то, что на ней основано? Формация. Экономическая, общественно-экономическая формация. Сущность. Основа. Не совсем? Никто не скажет. Дмитрий Ильич, вы не можете товарищам помочь? Может, мы тут в кружке замкнулись и потеряли чувство реальности? Настройка. Вот, что? Учитесь. Вот человек закончил Красный университет, сразу видно. Отлично. Надстройка. Вроде политическая и идеологическая надстройка над экономическим базисом. Вы не слышали базисы надстройки таких категорий? Да слышу я, я не много слышу. А почему вы, когда вот нужно к месту, вы не даете, не говорите, а когда не нужно, тогда вы говорите? Потому что мне марксизма недостаточно. А вот художник, говорил Райкин, вот такой человек, который берет нужную кляску и кладет ее в нужное место. А не беспорядочно, так сказать, эти кляски разбрасывает и разматывает. Вот мы, если стоит вопрос о том, на чем, как называется то, что основывается на экономическом базисе, давайте, если бы сегодня был экзамен, я бы вот товарищу Шилову опять поставил бы отлично. Но поскольку он уже закончил, могу только устно выразить благодарность, а то товарищи, ну, не, вы понимаете, они никак вот тут не могли справиться с этой проблемой. А всем это известно. Еще сколько раз Гегель говорил, известно еще не есть от того познано. Еще искусство состоит в том, чтобы употребить именно ту категорию, которую здесь нужно употребить. Но вы же против искусства. Я против искусства? Да. Я всегда я против искусства и против культуры и науки. Совершенно верно. Да. Ну, особенно, против особенно против диалектики. Оно и видно. Нет, то, что вы не против диалектики. Евгений Николаевич, и слышно. А слышно, меня-то видно, а вас больше слышно. Ну, так. Виноват. У меня был такой случай. Я читал лекцию в Доме политпросвещения, там было 1500 человек. Ну и там рассказывал про то, что есть, вот идет в первой фазе коммунизма, имеются всякого рода родимые пятна. К
как говорил Маркс, в экономическом, нравственном и умственном. И добавил еще, дураков много. И там с галерки один товарищ говорит, это и видно. А я должен был что-то ответить быстро. Я сказал, и слышно. Ну и правильно. Поскольку он громко кричал. Вот. И вот мы подобрались вот здесь. Вот в этом очень ценном разделе, к какой категории, как вот с этим оперировать. Я вот сказал, вначале берите, там планчик будет. И напоминаю, чем закончилось предыдущее, так сказать, предыдущее описание или предыдущий раздел, и что будет в этом разделе. В конце вот она категория. И в этом тоже есть явление с внутренним или сущностью. Внутренним или сущностью. Ведь у нас было единство сущности и существования. Вот. Существование – это внешнее, а сущность – это внутреннее. Ну, сущность – это и внутреннее, и все. Ну и существование же тоже все охватывает. Это же неразрывно от сущности, правильно? Но мы все равно различаем внутреннее и внешнее. Сущность – это внутреннее. В этом тождестве явление с внутренним или сущностью существенное отношение определило себя как действительность. Действительность. И вот, смотрите, начинается… Вот к чему мы пришли и ради чего надо было заниматься существенным отношением. Действительность. Действительность есть единство сущности и существования. Вот, красиво. Сущности и существования. Существование – это некое бытие, да? Но уже опосредственное бытие. Не непосредственное, а опосредственное движением самой сущности, рефлексии. В ней имеет свою истину лишённая образа сущность. Лишённый образ, а образ – это вот это некое непосредственное, а оно безобразное, безобразное. Сущность, одно движение от ничто к ничто, хотим его уловить, посмотреть, и никак не получается. Вот оно лишённое образа. Отрицание бытия. Бытие – это некий образ. Я на вас смотрю, а на вас лица нет. Куда делось? Бывает. Бывает. Верните назад. Так. Действительность есть лишённая… Есть единство сущности и существования, в ней имеет свою истину, лишённое образа сущность и лишённое устойчивости явления. А почему оно лишённое устойчивости явления? Потому что устойчивость явления не в нем, а в законе. В законе. Закон – это устойчивость, устойчивое явление. Поэтому вот единство как раз закона явления или сущности и существования и дает действительность. И вот эта категория самая несчастная в науке логики. Почему? Потому что много, как говорится, людей, которые значит, занимались наукой логики, и мало кто долетел до середины Днепра. Вот до этого места. Поэтому категория действительности почти никем не употребляется. Почему? Ну, потому что люди ею не владеют. А это всего лишь единство сущности и существования. То есть, если вы имеете единство сущности и существования, значит, вы на поверхности усматриваете то, что есть в глубине. Вот действительно это то, что… Вот у нас убийство есть сейчас? Это действительное в нашей жизни? Нет. Оно есть, но оно не действительно. И люди, которые это делают, убийцы, они тоже есть. Но они недействительны. И раньше их расстреливали. А сейчас вы недействительны, потому что будете кормить всех этих самых людей до конца. Это пожизненная вам нагрузка. Всем. Наказание. Вам наказание. Особенно вот родителям, у которых расчленили, там, украли, там, мальчика или девочку убили, надругались над ними. И потом, значит, они должны всю жизнь содержать. А в «Комсомольской правде» было рассказано о том, как их содержат. Вот, 30 тысяч долларов надо каждый месяц на них потратить. Даже охрана такая, сюда обеспечение, все это надо делать. И вот, товарищи, трудитесь, работайте. У нас сейчас, сегодня я прочитал в свежей газете, 500 000 сидит. Прямо же? Просто сидит, нет, просто сидит 500 000. Сколько сидят за… То, что они какие-то сделали чрезвычайные преступления, которые раньше расценивались так, что нужно применять высшую меру наказания, не знаю данных. Не знаю данных, но знаю, что в последнее время решили им увеличить прогулки до 3 часов. Если вы маленький жулик, вам час гулять. А если вы большой жулик, 3 часа.
Сейчас так будет. И свидания длительные для них предусмотрены по несколько дней, но один раз в году с родственниками. Все-таки это... Ну, жулик, рука руку моет, что называется. Вы понимаете, тут никуда не деться. Ну, так вот, мы должны поэтому в нашей жизни отличать, что у нас то, что есть на поверхности вскрывает, всплывает и некая пена. Вот у нас все время говорят об элите общества. Элита. А элита – это что такое? Элита – это же не то, что всплыло на поверхность, да? Мы знаем, что всплывает. Элита – это лучшее. Элитное зерно – это же не какое-то гнилое зерно, да, или зараженное зерно. Это самое лучшее зерно. Но аристократия. А у нас что значит аристократия? Нет сейчас аристократии. Нет сейчас аристократии. Ну, Аристотель – это лучшая элита. Нет сейчас Аристотеля, аристократии нету. Ой, нет. И, а вот есть сейчас буржуазное общество. Сейчас кто больше чужого труда награбил, да, того объявляет элита. А это худшие люди. А лучшие люди, вот сидит товарищ рабочий, это элита. А вы как считаете? Правильно. Я точно так. Вот видите, вот я знал, что вы все-таки, когда дойдем до действительного, а на поверку там, когда дело дошло до действительности, у нас позиции совпали. Да, абсолютно. Абсолютно, да? Да. Да, сразу вот видите, первая глава, абсолютно. Видите, как Евгений Николаевич дает, как вот рубит. Ну, так сильно, да. Гений. Как по записке. Это же гений. Причем я уже не читаю. Я а зачем вам читать? Я понял, вам читать не я надо. Я вообще хожу, сдаю эти кандидатские минимумы, раньше сдавал, когда диалектический материализм. Да? Вообще уже без подготовки. Ну, правильно. Иду и получаю свою четверку, правда. Ну, потому что как профессор мне может поставить пятерку? Он сам-то на пятерку не знает. Вот и получилось, что та действительность, о которой мало кто имеет представление, потому что слышали, наверное, Гегель высказывался, то, что действительно, то разумно, а то, что разумно, то действительно. Вот это начинают толковать. Что означает то, что действительно, то разумно? То есть то, что действительно, то разумом можно понять, осознать. Правда? Просто то, что действительно поддается изучению, поддается пониманию. И мы можем узнать, что разумно, а что нет. Правильно? То, что действительно, то разумно. Вот. И разумно в том смысле, что умные люди стараются делать то, что действительно, а не вообще то, что есть. Потому что много чего есть, на поверхности явлений болтается, а надо отличать то, что болтается и крутится на поверхности явления, от того, что действительно. Вот действительность, она более узкая в этом смысле. Действительные люди, настоящие люди, их не так много, а людей вообще очень много. Или, по крайней мере, много людей, но в их делах не все действительно, а многое недействительно, хотя оно и имело место. И вот другое выражение, одновременно употребляющееся, а то, что действительно, то разумно. Нет, или я это сказал, то, что действительно, то разумно, а то, что разумно, то действительно. Это можно понимать и в том смысле, что раз оно действительно, если разумом это постигнуто, значит, можно это создать. Если его сейчас нет, то будет. Оно в единстве внешнего и внутреннего, поэтому час его придет, и надо приближать этот час. Поэтому это очень важная категория, и ради вот этой категории надо постараться разобрать вот это существенное отношение повнимательнее и отнестись и к категории, и к целой частей, и силы ее проявления, и разложения явления, и так далее. А здесь вот вроде как и понятно написано, действительно есть единство сущности и существования, в ней имеет свою истину лишенная образа сущность и лишенная устойчивости явления, или иначе сказать, неопределенное устойчивое наличие и не имеющее упора многообразия. То есть у них упор друг в друге. Одно через другое определяется. Существование есть, правда, происшедшее из основания непосредственность, но оно еще не положило в нем существование формы. Когда оно себя определяет и формирует, оно есть явление. А когда это устойчивое наличие, определенное лишь как рефлексия в другое, развивается далее, превращаясь в рефлексию внутрь себя, оно становится двумя мирами, двумя тотальностями содержания. Слышите про содержание, Евгений Николаевич, вам понравится? Слышу, да, я только хочу понять. Из которых одна определена как рефлектированная в себя, а другая как рефлектированная в другое. Существенное же отношение представляет собой формальное соотношение, завершением которого служит отношение внутреннего и внешнего,
заключающееся в том, что содержание обоих их есть лишь единство, единая тождественная основа. И точно так же лишь единое тождество формы. То есть и тождество основы, и тождество формы для основания основы. Благодаря тому, что получилось, также и это тождество в отношении формы, формальное определение их разности оказывается снятым. И положено, что они суть единая, абсолютная тотальность. Это единство внутреннего и внешнего есть абсолютная действительность. И мы добрались до абсолютной действительности. А что это такое абсолютная действительность? На выяснение этого дается всем целый год. Так вы только что сказали, что абсолютная действительность есть отношение внутреннего и внешнего. Нет, абсолютно. Это... Я про абсолютное первый раз только слово сказал одно. Не надо. Вот тут курсивом оно написано во втором абзаце. Впервые. Слушайте внимательнее. А следующий будет раздел абсолютный. Это вы раньше сказали абсолютно. Это вы, да, сказали. Вы впереди идете, мы это отмечаем. Значит, да? Тотальность. Тотальность. А тотальность означает всеобщность и все. Все. Total. Total. Это все. Нет, ну я понимаю, что... Отсюда тоталитаризм. Тотальность. Да, тотальность. Всеобщность. Всеобщность. Все, все. Вот у нас было тотальное образование в советское время. Тоталитаризм был. Все должны были учиться. Терзали людей. А сейчас не хотите, не учите. Тотальное было, так сказать, обязательство трудиться. Почему? Кто не работает, тот не ест. Это явный тоталитаризм. Все должны работать. Сейчас не должны работать. Сейчас или вы должны получать свой доход от труда, а можете от собственности, если у собственности есть. Только не спрашивайте, откуда у меня собственность. То сейчас законодательство, так сказать, не предполагает. У нас у всех собственность от советской власти. Вот, собственно, занятие в новом семестре мы начнем с действительности, третий отдел. Значит, у нас январь – это время изучения вот этого всего действительности третьего отдела. И в феврале мы будем заниматься... Вот во второй вторник, 13 февраля. Кто имеет против 13 февраля? Цифра никого не смущает? Нет. Могут повозражать, но все равно это же ничего. С нетерпением будем ждать 13 февраля. Нет, ну кто боится, может не приходить 13-го. То есть идет третий отдел действительности на 13 февраля? Да, третий отдел действительности. Значит, что я в завершение хочу сказать, что надо всем товарищам, которые двигаются вперед, привыкнуть к тому, и к тем, кто нас тут непосредственно слушает, и тот, кто вот представляет. Мы потому что вот представляем собой внешнее здесь, на кружке, а есть еще внутренние, те люди, которые смотрят этот кружок, и таких людей очень много, их более 1500, по крайней мере, судя по тому, да, Сергей Викторович, более 1500 просмотров кружка. Поэтому наше внутреннее, которое не налицо, оно достаточно широкое, обширное, можно сказать. И если можно было сказать, что вот Владимир Ильич Ленин был одним человеком из всех государственных деятелей, единственным до сих пор, который был философом и политиком, крупным государственным деятелем, и он осуществил мечту Платона, который мечтал, чтобы философы управляли государством. То вот сейчас у нас ситуация такая, невиданная нигде в мире, когда у нас, ну, можно сказать, более 1000 людей систематически занимаются изучением диалектики. И где-то около 500 в Красном университете и в кружке, значит, за более чем 1500, с разной степенью успеха. Но я что хочу сказать, что все, кто занимается, должны понимать, что несмотря на то, что многое тут еще не понято, тем не менее, надо продвигаться вперед, и мы двигаемся не очень быстрыми шагами. Это дает возможность вернуться снова, еще почитать, посмотреть, потому что многое то, что сейчас непонятно, оно станет понятно из взаимодействия категорий. Потому что наука логики – это наука, наука – это система знаний. Когда вы видите, как увязаны между собой категории, тогда вам легче будет понимать. Поэтому при движении вперед вы будете возвращаться назад и понимать лучше то, что есть. Особенно это чувствуется в учении о понятии, только не в начале, как начинается новое опять учение о понятии, там всеобщее, особенно единичное, там очень многое непонятно.
А чем дальше, или чем ближе к концу, окончания науки и логики, вы там встречаете категории первого тома, сплошь и рядом. И то, что там было непонятно в первом томе, станет, кажется совсем понятным на фоне третьей книги «Учение о понятии». И вот вы когда дочитаете до конца, то вот с того момента вы можете уже приступать уже к более глубокому чтению и штудированию, и вам гораздо будет больше, лучше и интереснее. Всякие глубокие книги, они при втором, третьем, четвертом и так далее прочтении дают вам возможность увидеть тот блеск, который при первом чтении не дается, просто не дается. И иначе тут и не может быть, потому что это вот труд, который за собой имеет за плечами 2000-летнюю работу человеческого духа. И поэтому надо понимать, что мы взялись за такое серьезное и крупное дело, и что здесь таких каких-то быстрых успехов не может быть. А вот то, что мы эти вещи обдумываем, это приносит пользу не тогда, когда мы все поймем, а с самого начала. Но если мы регулярно напрягаем свою голову и обсуждаем и обдумываем эти категории, делает нас чуткими и к другим категориям, и вообще к мышлению, и вообще к рассуждениям, и к прочим всяким вещам, которыми сейчас наполнена наша идеологическая настройка, в которой очень много мусора и действительного очень мало. И поэтому, скажем, то, что делается на основе диалектики, поэтому имеет такую цену. Вы, наверное, заметили, что не случайно такое внимание и кружок имеет, и занятия в Красном университете по новой логике, потому что на фоне мнений и особых мнений это некая редкость вот в наше современное время. И, как показывает наша действительность, ленинизм как вот воплощение диалектики гегелевской и материализма диалектического и исторического материализма Маркса и Энгельса является самой современной идеологией и самым современным методом, и самой современной общественной наукой. Ничего рядом, так сказать, стоящего нет. Единственная альтернатива, которая есть ленинизму, это религия. Потому что если вы что-то не можете понять или объяснить, значит, так устроил Бог. И тогда все. Ну и потом, если у вас что-то не получается, или наоборот получилось, допустим, вы никак не могли понять науку логики, и вдруг получилось, это значит с Божьей помощью. Потому что без Божьей помощи, видимо, такое, значит, книгу это не освоить. Нет, насчет Бога тут хочу... Вот благодаря тому, что вы так глубоко изучили диалектику гегелевскую, у вас интонирование. Вот, понимаете, я читаю книгу, я не понимаю. А когда вы читаете, вот это вот и ваша интонация. Вот теперь вы поняли, что дурак лучше понимает умного. Да. Вот. Да, совершенно верно. Ну, вот видите. Потому что интонация более значима, чем даже смысл смысл сказанного, а тем более значит. Интонация больше всего значит вот в известном положении, которое мы с вами разбирали, учение о бытии. Иное, иное, есть иное. Иное, иное, есть иное же. Что было, то осталось. Иное, иное, есть иное. Не такое. Совершенно. Вот там интонация значит, конечно, при прочтении. И не только. И этой интонацией мы выражаем два противоположных момента. Здесь, конечно, вряд ли здесь интонация играет большую роль, здесь уже категория. Ну, тут тем более еще это царство немецкого языка, тут еще... А что у вас, вам издание выдано новое, а вы еще что-то... А вы знаете, два тома, они тяжелее. А зачем и два? У меня вон порвалось. А зачем два? Я запихнул два. Купите, я думаю, что вам бесплатно дали книгу, а вы не можете купить себе специально для этой книги чехол, портфель. Да. Нелогично. Нелогично. Я уже... а зачем два тома-то вам таскать? Вы что, сразу два тома изучаете? А левым глазом левый первый том, правым глазом второй том? Нет, изучайте один. Я ношу один. Хорошо, это второй, да? Почему второй? А, первый. Говорить-то можешь? Евгений Николаевич, три книги. Первый том составляет две книги. Учение о бытии и учение о сущности. Мы находимся в конце второй
книги. Вы в первом томе. Таскать надо один том. Вот один том влезет в ваш этот чехол. Влезет. Но если он у вас порвался, надо заменить. Такая вам диалектическая рекомендация. Прикольно. Потому что внешняя, как это видно, какая-то расхристанность. Она, говорит, она связана с внутренним. Как вы допускаете, чтобы ношение Гегеля было в таком расхристанном портфеле? Ой, не говори. Спасибо. Это замечательно. На всякий случай надо забрать микрофон, иначе это никогда не кончится. Все понятно, да. Все, товарищи.